На Анапском шоссе сотрудники Ремстроя приступили к монтажу тротуарной плитки. Этот 30-метровый участок давно требовал замены. Рабочим предстоит поднять старое полотно, сделать отсыпку и расширить проход. Как и все современные тротуары в Анапе, часть его также будет оборудована пандусом для удобства людей с ограниченными возможностями. А на Пионерском проспекте рабочие приступили к покраске электростолбов. В течение нескольких дней сотрудниками Ремстроя предстоит покрасить более сотни опор по всей главной улице города. Вместе с новой велосипедной дорожкой территория становится под стать спортивному объекту. Красивой и ухоженной. Очень даже хорошо. Мне нравится. Какая чистота, порядок. Вот, чувствуется, что люди готовятся к открытию сезона. Вот, поэтому отлично все. Все чаще на велодорожке можно увидеть семейных велосипедистов. И характеристика «папа, мама, я» – спортивная семья. Здесь самый актуальный пример. Удобно с ребенком ездить, потому что не приходится ему говорить через каждые 2 метра «постой, постой, объедь того, объедь этого». Он спокойно едет прямо. И не нужно за ним следить, можно спокойно ехать сзади. Но, пожалуй, самым главным украшением Пионерского проспекта станут световые инсталляции. 30 танцующих пар, сделанных из неоновых трубок, осветят территорию проспекта от реки Анапки до дельфинария. Пока установлено всего 20 конструкций. Но, как говорят специалисты, иллюминация полностью будет запущена до начала курортного сезона.